Джин Макмаллен принимает поздравления. Он вырастил самую большую тыкву в Северной Америке. Весит гигант 907 килограммов, почти тонну. Свой уникальный плод мужчина привез на фестиваль вина и урожая в штате Висконсин. Говорит, не делал с тыквой ничего необычного, просто ухаживал и поливал. Это чистое везение. Я просто надеялся, что это произойдет, и это произошло. Я делал то же самое, что делают все фермеры. На подобных конкурсах без специальной техники не обойтись. Я получаю море удовольствия. Мне кажется, это то, о чем я мечтал. Что удивительно, Макмаллен не фермер, он работает на заводе. В прошлом году он тоже участвовал в конкурсе. Тогда вес его тыквы составил 725 килограммов.